Сегодня на центре Азии не протолкнуться. Гости и жители Тувы с нетерпением ждали гастрономического конкурса «Тувинская баранина». О самом известном продуктовом бренде туристы-гурманы знают не понаслышке. А вот известный итальянский повар и телеведущий шоу «Поедем, поедим» Федерико Арнальди попробовать национальный суп из Ихан лишь мечтал. Сегодня его мечта и съемочная группа НТВ сбылась. Во-первых, всем большое чао, или как мы говорим на тувинском, эки, четырдым. Очень давно мечтал приехать в Туву, 4 года слышал в моей редакции, что мы поедем в Туву. И так и не случилось, а наконец-то я здесь. Только приехали, мы немного сонны, вся команда, поэтому все впереди. Пока мы только успели увидеть начало ярмарка, поэтому... Пока осваиваем немножко атмосферу. Пробовал 300-литровый суп из баранины. Очень наваристый, жирненький, вкусный. Туву также посетил и другой знаменитый шеф-повар, эксперт в области узбекской кухни и автор известных кулинарных книг Хаким Ганиев. Сегодня для жителей республики он приготовил национальный узбекский плов. Главный ингредиент, конечно же, тувинская баранина. Очень вкусная баранина, очень насыщенная, плотная. Не такая, не травянистая. Мне она очень понравилась. Мы сегодня делаем узбекский плов. Он у нас сегодня праздничный. Мы делаем этот плов с нутом, с изюмом. И сделали такой почти 100-литровом казане. Там где-то около 300 порций плова. Мы сейчас его уже приготовим скоро и раздадим людям, чтобы люди наслаждались именно этой вкусной бараниной. Гастрономическое событие летнего туристического сезона проводится уже в 4-й раз. С каждым годом оно все масштабнее и популярнее, признаются организаторы. Фестиваль «Тувинская баранина» призван для популяризации нашей продукции, вкусовых ее качеств, для развития гастрономического туризма и поддержки для дальнейшего развития предпринимателей, которые занимаются переработкой нашей тувинской баранины. Сейчас на Центре Азии проходит в том числе дегустация карамину, сваренного поваром, а также плова, приготовленного с использованием нашей тувинской баранины. Для Тувы, где одним из приоритетных направлений экономики является туризм, колоритная национальная кухня способна привлечь еще больше туристов из самых разных регионов России и мира. Глава Тувы Владислав Ховалык лично встретился с участниками и гостями фестиваля. По традиции пьет горячий чай с молоком. Самая запоминающаяся часть фестиваля – приготовление традиционного супа карамин. Попиали горячего супа достанется всем гостям. В 300-литровом казане бурлит наваристый бульон, а гости с нетерпением ждут угощения. Айлита Оржа, Буен Мангуш, Айдана Синдинма, телеканал Тува-24.